Впереди зима и холодная осень, а это значит, что самое время утепляться. Норка, мутон, нутрия. Огромный ассортимент шуб из натурального меха представлены на ярмарке-выставке от Кировской меховой фабрики в ДК железнодорожников. Ассортимент шуб разнообразен, качество достойное. Кировские шубы всегда славились своим качеством. И цены приемлемы для наших жителей города. Спасибо, хорошие вещи купить можно. На фестивале меха представлено свыше 600 моделей. Все изделия промаркированы, что гарантирует подлинность и высокое качество товара. К слову, шубы из норки собственного производства. При оплате за наличный расчет или по карте всем покупателям скидка 20%. Также действует рассрочка на 2 года. Ярмарка-выставка «Фестиваль меха» будет работать в ДК железнодорожников до 9 октября с 10 утра до 7 часов вечера. Наталья Чунина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».